Да, поют с размахом и уже давно. 7 лет назад при Московской филармонии образовался вокально-инструментальный ансамбль «Бэхэт», что в переводе означает «счастье». 10 музыкантов во главе с солисткой Зухрой Миназовой все это время творили. Творили почему-то исключительно в Москве. И вот, наконец, как бы добрались до истоков. Совсем недавно вышла кассета группы «Бэхэт», и мы теперь имеем возможность ознакомиться с ее творчеством. Такой интересный. У нас концерт состоит из 3 частей. Две крайние части – это, значит, эстрада. Такая идет более, значит, первая часть лирическая, такая более современная музыка. В серединке у нас народный блок, чтобы как-то... Мы работаем на широкую аудиторию, чтобы зритель был как молодежь, так и население более взрослое такое поколение. И третья часть у нас более современная. Там уже и, может быть, и рок такой, и... такие джазовые, может быть, что-то немножко. Будущее, вот мы как-то все собираемся в Казань, посетить наконец-то Казань, и вот где-то осенью, наверное, мы поедем по городам Татарстана, вот возьмем и Казань, и Челны, Нижнекамск, Бугульма, вот Альметьевск, вот такие города. Что ж, потенциальные поклонники, в ближайшем будущем ждите своих кумиров.